Атырауской области бдительность машинистов товарного состава помогла избежать крупной железнодорожной аварии. На одном из перегонов между станциями Макат и Кульсары неизвестные перегородили железную дорогу шпалами. Только благодаря внимательности машинистов товарный состав удалось остановить вовремя. Машинист Руслан Калиев и его помощники Синжан Молдобатыров в тот день, как обычно, приняли товарный состав и отправились в путь. Движение в тот день осложнял сильный туман. На одном из участков между рельсами заметили неизвестный предмет. Пришлось прибегнуть к экстренному торможению. К счастью, состав весом более 5000 тонн удалось остановить вовремя. Когда поезд остановился, машинисты обнаружили еще один опасный сюрприз. Оказалось, что между рельсами был закреплен бетонный столбик. Препятствие оказалось под поездом. Когда мы осмотрели путь, обнаружили еще две железнодорожные шпалы, привязанные к рельсам металлической проволокой. В ночном тумане, в условиях ограниченной видимости, только соблюдение машинистами всех правил техники безопасности позволило не допустить крушения поезда. Только внимательность машинистов позволила избежать страшной аварии. Отмечу, что по этому же отрезку пути с разницей в несколько минут двигался пассажирский состав. Последствия такого столкновения трудно себе представить. Теперь обоих работников локомотивного депо, машиниста и его помощника, ждет поощрение. Возможно, они будут удостоены нагрудного знака «Безопасность движения». Хотя они сами свой поступок чем-то выдающимся не считают. Говорят, это наша работа, и признаются. Самая большая награда – это когда все локомотивы возвращаются в депо по графику. Талгат Утигулов, Азельхан Уахитов, Атырауская область, 24 КЗ.